Все натуральное в моде. Таков девиз тех, кто надеется в следующем году поймать удачу за хвост. Наступает год синей деревянной козы, а значит, важно решить, в чем встречать праздник. Дамам рекомендуются платья из натуральной ткани, а вот сверкающие наряды из синтетики лучше отложить подальше. Модели должны быть лаконичными и обязательно удобными. Ну а чтобы образ был законченным, нужно позаботиться о маникюре и прическе. Стилисты рекомендуют встречать Новый год с косичками. Можно вплести в них цветы. Зачесанные прически и прямые волосы не приветствуются. Не стоит забывать и о цвете своего наряда. На праздник лучше выбрать платье оттенков синего. Астрологи сулят счастье тем, кто будет в зеленом или желтом. Если ваш наряд уже выбран, и он, к сожалению, а может быть, к счастью, не этих оттенков, то вы всегда можете добавить и разбавить его аксессуарами. Например, будет красиво смотреться вот такое зеленое колье на черном фоне. Это безупречный вариант для вечернего праздничного стола. Или, например, вот такие серьги тоже, имитирующие изумруды. Что подать на стол, тоже немаловажно. Коза – животное травоядное, а значит, на празднике должно быть как можно больше зелени, овощей и фруктов, а также творог и сыр. Консервированные продукты подавать не стоит. Из горячего лучше приготовить рыбу или птицу. В этот раз к столу особенно рекомендуется подавать блюда из баклажанов. Что же касается спиртного, астрологи предлагают воздержаться. Символ будущего года пьет только чистую свежую воду. И если следовать восточному календарю, лучше в новогоднюю полночь поднять бокалы с минералкой. Правда, допускаются и отступления. Например, можно пить сок, банановый коктейль или горячий шоколад. Эти напитки из молока и фруктов символу предстоящего года тоже по душе. На стол также можно поставить всевозможные десерты, сделанные из натурального творога, например, как чизкейк. Его не обязательно печь, вам всего лишь нужно будет запастись двумя пачками песочного печенья, сыром маскарпоне и сливочным маслом. Ну и, конечно же, украсить этот чизкейк фруктами. Встречать же Новый год астрологи рекомендуют в дружной компании, а народная примета гласит: первый, кто придет к вам в дом после боя курантов, определит, что вас ждет в новом году. Если придет человек веселый и богатый, это к счастью. Ну а чтобы 2015 принес здоровье и удачу, в народе считалось, надо рано утром 1 января выйти на улицу и умыться чистым снегом.